У нас с вами 10 лет до юбилейной даты. Значит, без генерального плана вообще ничего обсуждать невозможно. Поэтому я рассчитываю, что администрация города оперативно закончит этот генеральный план, который станет основой развития. Но сегодня об этом много говорили, это был завершающий вопрос, и, собственно, я его хочу продолжить. В этом генеральном плане мы должны с вами видеть не только социальную сферу и ремонт дорог за бюджетные деньги. Мы должны видеть в этом генеральном плане развитие города, настоящее экономическое будущее развития города Ачинска. Мы сегодня пока ехали, посмотрели советские архивы. Город Ачинск по планам 75-го года рождения должен был к началу века 300 тысяч жителей. Большое количество предприятий, не только АГК и нефтеперерабатывающих дорог жизни дорог, а и большое количество других предприятий высоких переделок. Нужно к этим планам не вернуться, нужно уровень амбиции. Нужно посмотреть, что еще мы можем в сегодняшних условиях придумать, предложить для экономического развития города Ачинска. Вот эти предложения, хорошо, что они есть. Не должны быть предложения, идеи, проработанные в какой-то степени. У нас с вами впереди, так или иначе, развитие Транссиба, развитие федеральных дорог. Разворот на восток мимо Ачинска не пройдет. Мы уже сегодня это видим. Это новые возможности. Это нагрузка, да, но это новые возможности. Мы с вами точно уже сейчас проектируем магистральный газопровод. Он пройдет недалеко от Ачинска. Это возможность для города. Газпром спрашивает, кто будет потреблять газ. Только домохозяйство, это мало, газ будет дорогой. Должно быть промышленное потребление. Давайте смотреть, что нужно для того. Поэтому, на мой взгляд, первая задача, на которую сейчас нужно серьезно подумать, и хорошо, что есть идеи и инициативы, вот такие планы экономического будущего города Ачинска проработать. Серьезно проработать. Посчитать, сколько для этого нужно будет рабочих мест. Где эти люди будут жить. Как планы развития, комплексного развития территории, квартала должны быть вписаны в этом смысле в городскую среду в рамках этого самого генерального плана. Недопустимо мало строится жилье. Недопустимо мало. Но строить жилье только за бюджетные деньги сегодня невозможно. Все это прекрасно понимают. Поэтому нужно смотреть, что мешает сейчас, что сдерживает запуск большой программы жилищного строительства. 100-тысячный город может себе позволить жилищное строительство, которое позволит решить ряд, в том числе накопившихся проблем и задач. Вы говорили сегодня по касательной о развитии туризма, но никакой конкретики. У Ачинска есть что показать туристам. Есть чем заинтересовать. Еще раз, мы по крайней мере на транзите точно находимся. Это возможность. Люди уже проезжают через Ачинск. Наша задача их задержать на день-другой. Соответственно, даст определенный импульс. Но должны быть серьезные, проработанные идеи и предложения. Бюджет. Много говорили о бюджете. Так случилось, что сегодня Ачинск тратит больше, чем зарабатывает. Я не про местный бюджет говорю, я говорю консолидированный. Вот все, что сегодня с территории города Ачинска собирается и поступает в том числе в первый бюджет, возвращается обратно больше. Вот отсутствие этой экономической стратегии, скорее всего, приводит к таким последствиям. Поэтому третий город Красноярского края точно должен иметь сбалансированный бюджет. И может многое себе в этом смысле позволить. Над этим я поручаю вам серьезно подумать и поработать.